Окей, ребят, мы пришли на Феникс. Сегодня первый день, он очень насыщенный, очень много людей. Мы, правда говоря, здесь очень давно не были. Все очень прикольно. Посмотрели уже номера, первый блок. Сейчас идет как перерывчик небольшой, и потом мы пойдем в зал опять смотреть выступление. Ребят, ставьте лайк за наш классный косплей на Геншин. Мы играем по ярмарке. Да, слава ярмарке. Да. Сейчас мы пришли на Феникс, на фестиваль. Какой-то веки решили купить себе коврик. По-моему, он напоминает? Да. По-моему, это я. Тебя здесь нет даже. Ну, а мне нет. Я очень непопулярная. Hello, darkness, my old friend. Прикольно? Да. Мне нравится, что они упакованы. Где не могу нас найти, кстати? Лежали плакаты Геншин, кого что-то игра знакомая. Да ладно. Идеальная, кстати, тетрадка. Традиционно в Казани проходит наш любимый фестиваль «Феникс». Фестиваль проходит 2 дня из-за его масштабности. Фестиваль собирает очень много людей из разных уголков России. Это говорит о солидности данного фестиваля. Были рады повидать своих друзей и знакомых. Также заметили, что появилось очень много новых косплееров. Рады, что косплей набирает все больше и больше интересных творческих людей. Порадовали образы старых аниме, таких как Наруто, Fairy Tail, Code Geass и другие. Помимо старых, очень много новых аниме, которые завоевали большое количество поклонников. Косплей очень яркий. Чувствуется, что косплееры готовили костюмы тщательно, продумывая своих персонажей. Также порадовал зал, который хорошо поддерживал всех участников косплееров, которые выступали на сцене. Очень понравилось большое разнообразие японской еды на фудкорте. Много всяких вкусняшек, то есть голодным никто на фестивале не остался. Во время фестиваля всегда проходит ярмарка. Очень много желающих что-то купить себе на память, оставить какую-то частичку фестиваля. Ярмарка очень понравилась большим разнообразием выбора по разным фэндомам. Аниме, игры, кей-поп атрибутика. Также было приятно и просто по ней погулять и полечить глаза, как говорится. Отдельное спасибо клевому фотографу Грину. Как всегда, профессионал своего дела. Все четко, слажено, всегда подскажет и объяснит, как красиво встать в позу. А также поднимет настроение. Ждем крутых фоточек. Также в этом году очень сильно порадовал кавер-дэнс. Ребята выступали очень круто, слаженно и энергично. Ребята, вы зажгли зал. Организаторам большое спасибо. Всегда найдутся в любом большом крупномасштабном мероприятии свои плюсы и минусы. Но наш взгляд, плюсов всегда больше. Организовать и провести большой фестиваль – это очень-очень-очень сложно. Поэтому мы можем сказать организаторам большое спасибо, что вы организовали и провели такой классный фестиваль. Вы реально крутые и вы реально молодцы. Йоу, ребят, мы уже посмотрели второй блок и вернулись на ярмарку погулять. Хотим тут немножко закупиться, посмотрели тут себе кружки и всякую еще классную шнягу. Уже немножко к концу движется Феникс. Очень сильно хотим посмотреть на Хост Фей, что это наш самый любимый фэндом. То ли это вы не видели в косплее, это очень интересно будет на него посмотреть, я думаю, что будет очень круто. Так, ребята, мы наконец-то пофоткались у нашего любимого фотографа, у Грина. 100 лет не виделись, вот очень рада, что смогли пофотографироваться. Да, Феникс идет к концу, первый день закончился. Очень классный день, насыщенный был. Нам все будет понравилось, офигенное выступление. Очень крутые косплеи, прям очень качественные. Вот, ставим большой палец вверх. Так что да, встретимся во второй день.
В общем, ребят, мы наконец-таки примчали на второй день Феникса. Сегодня у нас такие необычные образы, очень сильно противоречащие себе. А сегодня у нас в Пуэр из Человека-бензопилы. Ну, а вы, ребята, уже сами догадались, в ком я. Да, Crazy Дама и Милашка. Да, это я. Да. Кто не понял, Вера сегодня Марин из фарфоровой куклы. Это офигенное аниме. Да, вот мы немножко так вот поделили образы. Очень забавно. Кстати, если вам понравились наши образы, поставьте пальчик вверх. Поддержите наш косплей. Да. В общем, сейчас мы будем гулять по Фениксу. Сегодня второй лайтовый день. Все такие на расслабончике, все такие радостные, крутые, все очень красивые. Очень много, кстати, тоже косплея сегодня. Так что погнали с нами. Let's go! Второй день Феникса был не таким большим, но достаточно насыщенным. Интересные выступления косплея, танцев и вокала. Также нам удалось побывать на зоне Just Dance. Было очень весело. Потанцевали от души. Приятно, что наши образы были узнаваемы, и к нам подходило много людей фотографироваться. Ребята, вы все очень милые и классные, спасибо. Мы были рады, что смогли запечатлеть наши новые образы у фотографа. Спасибо большое за ваш труд. Нам удалось попробовать легендарное мороженое, за которым на протяжении всего фестиваля была большая очередь. О, да, шикарно. Угу. Спасибо большое. Мы купили мороженку, сейчас будем ее дегустировать. Ребят, мы взяли клубнику с киви, и нам вот украсили кокосиком, сливками и палочками. Первый дегустатор. Прикольно? Не сильно сладко? Вообще офигенно. Обожаю такое мороженое. Классное сочетание клубники и киви. Обычно это не очень вкусное сочетание, вот это прям вообще офигенно. Да? Прикольно. Такой необычный вкус, и мне понравилось тем, что огромная такая баночка. Где-то 400 рублей, да? Нормально, кстати, реально. Необычно. Холодный. Да, и холодный очень. Короче, ребята, будем кушать? Да, реально очень вкусно. Так, ребят, закончился второй день Феникса. Он полетел намного быстрее, чем первый день. Вот. Очень крутые были номера. Несмотря на то, что был конкурс, все отлично справились. Mm-hmm. Классные номера. Вот, ребят, нас порадовал кей-поп, танцы. Yeah. Все очень крутые, ребят. Daydream. I beat my mind up here almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Ребята, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчики вверх. Всех любим и целуем!